Сначала обсуждалась возможность открытия игорной зоны только в Крыму, но участники общественного совета Сочи вышли с предложением о создании равных условий для курортов и появлении казино на Черноморском побережье. Теперь этому вопросу дан зеленый свет. Границы игорной зоны будут утверждены согласно законопроекту. В Крыму их определит исполнительная власть. Что касается Сочи, то место появления казино пока точно не определено. Сейчас наши коллеги с юридической службой вместе с коллегами из Краснодарского края изучат все критерии, которые заложены в законе. Соответственно, пройдут консультации с правительством и уже будут определены конкретные объекты. Мы полагаем, что это дополнительная опция для города Сочи. У нас очень разноплановый с вами курорт. Мэр города всегда подчеркивал, Анатолий Николаевич, о том, что здесь мы должны стремиться к тому, чтобы каждый турист нашел отдых, развлечение, либо оздоровление на свой вкус и удовлетворил свои желания. Все возможности они есть. И это еще одна законодательная возможность для создания такой опции на территории города Сочи. Опыта по созданию необходимой инфраструктуры и организации безопасности у курорта достаточно. Главное, отмечают в мэрии, что появилась возможность создания дополнительного качественного досуга для миллионов туристов. Привлекателен курорт станет и для инвесторов, что позволит создать новые рабочие места.